не понял, Стас или Саш номер снял и потерял? Да Саня, наверное. Кто стоит до лужи? Ездите, посмотрите обратно Санин номер. А где посмотреть, где эта речка, что ли, была, да? Саня, Саня, сейчас восстанавливал номер, тоже у меня скрутили, какие-то негодяи. 200 обойдется. Что делать-то? Так что, нам ехать смотреть или как? Съедете, посмотрите. А куда это? Мы далеко. На горную вот эту речку или нет? Мы далеко уехали. Либо в гору, либо до этой речки. Надо далеко ехать. Сейчас, Санёк, скрути второй, чтобы не потерялся. Положи его в кузов. Потом на дорогу выйдем, ты крутишь. Он сюда не ездил, а туда ехать далеко. Саня, ты вот в неправильную развилку ездил? Нет, не ездил. Он говорит, либо в гору, либо... В гору, это туда, в гору. Первый вот этот вот пролив, это где внизу, туда. А туда ехать, что знает сколько. Мы сколько ехали? Минут 20 ехали. Блин, ну он просит. Он номер отвалился где-то на дороге, на камнях, трясучки. Да, я не поеду туда. В такую даль. Нашли, блядь, ёпта. Маленький. Слушайте, ну я ходил на горную речку фоткать, его там не было, там прозрачная вода. Прием. Вовремя отрезала. Ну да-да, а то бы потеряла бы ее и было бы вообще очень криво. Можно потерять этот бампер.